Итак, всем привет. Значит, заказывал себе фен строительный, технический, то как его называют. Заказывал на AliExpress. А фен, значит, пришел из Подольска. Доставка с России. Значит, фен пришел буквально за 2 дня до Иваново. Значит, выглядит он на AliExpress вот так. Фирма Auben. Сейчас посмотрим, что нам прислали. Так, коробочка на первый вид дешманская, без каких-либо рисунков, ничего нет. Что там внутри, самому китайцу известно. Вскрываем. Коробка. Еще коробка. Это уже получается матрешка. Вот здесь что-то появилось. Появилась надпись. Так, характеристики. И надпись. Смотрим комплектацию. Фен очень легкий. Эх, наверное, это шуршение надоело всем. Так, мануал. Чисто китайский. Ни слова, ни русского, ни английского. Значит, в комплекте. Переходник, потому что вилка китайско-американская. Китаец положил переходничок, это good. Значит, насадочки. Такой комплект насадочек. Насадочки тоже жиденькие. Так, смотрим дальше. Переходник сразу воткнемся. Ага, воткнулся. Вот так вот выглядит сам фен. Никаких регуляторов нет. А нет, вот регулятор есть. Только что-то ход у его. Фактически никакого хода и нет. О, здесь ход. Так, поставим на минимум. Значит, здесь у нас 3 положения. 1 с нейтралка. 2. Так, ну что,
погоняем. Так, давайте включим. Мне нравится у него вот этот ход. Что-то тут уж больно его маловато. Значит, ставим на минимум. Первое положение. Работает довольно-таки шумно. Воздух идет горячий. Прибавим. Тоже идет горячий. Но это не, я чувствую, это, наверное, никакой регулировки здесь нет. Так, нейтраль. Вторая скорость. Ух, как он шумно работает. Ну, воздух идет довольно-таки горячий. Как видим, горячие. Но регулировки никакой нет. Что она есть, что ее нет. Да, шумит, конечно, от души. Так, меня интересует регулировка. Давайте-ка мы его разберем. Вот эта вот хреновина снимается. Получается вот такая штука. Так, 4-5 болтов. Сейчас мы их вскроем. Просто интересно, что там внутри находится. Если там вообще какие-нибудь схемы регулятора. И вот давайте посмотрим теперь на очередной китайский наебатор. Значит, вот этот регулятор, на котором даже он написано, больше-меньше стрелочка указана. А вот что находится внутри. А внутри ни хуя ничего нет. Наебали. Никакого регулятора нет. Простой переключатель скорости. Мотор. И все. Так, сейчас мы почитаем, что значит там написано. В общем, ничего здесь путно не пишут. Пишут вот только одно. Что температура регулируется от 50 до 500 градусов. Такого здесь нет. Двойная регулировка написана. Ну, двойная регулировка есть, но она ничего не дает. А так двигатель крутится только быстрее и медленнее, а температура такая же идет горячая. В общем, китаец немножко поднаебал. Но и в описании тоже хитро все расписал. Вот температура от 50 и до 500. Здесь такой температуры 50 нет, 500 может и есть. В общем, регулятор плавный не работает, так как его нет. А обыкновенный переключатель просто стоит. Диод, который уменьшает обороты двигателя. Все. И тепловая защита внутри стоит. Больше здесь ничего нету. Очередной китайский наебантус. Стоимость 1350 рублей. Хотите, приобретайте. Хотите, не приобретайте. Ну, всем пока.